Дорогие друзья, этот концерт открывает замечательная певица, которая приехала из Санкт-Петербурга. Зовут ее Оксана Дроздова. Лауреат международных конкурсов. И она звучит на теле и радио программах. Поприветствуем Оксана Дроздова. Я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было много чудес, волшебства и сказки. И я исполню для вас песню «Золушки». Большое-большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать вам любви. Любите и будьте любимыми. Будьте счастливы. Песни из кинофильма «Гардемарины. Дороги любви».
друзья, так хочется побывать в далеком будущем и узнать, что же там за этой чертой. Но я желаю, чтобы будущее каждого из вас было светлым. Прекрасное далеко. Давайте вместе споем эту песню. Мы с тобой.
моего блока. Я хочу исполнить для вас и хочу исполнить вместе с вами песню «Старинные часы». Минутка
классики. Песня на итальянском языке, неаполитанская песня «Санта Лючия». Мама, эльфир, он сидит.
Киевчанина, лауреат международных и всероссийских конкурсов для вас поет. Yeah.
большое. Итак, друзья мои, дальше продолжается наша программа. У нас в гостях еще замечательный, красивый балет «Shadows». Давайте их поприветствуем. Thank you.
Я бы хотела
Thank you.
Мамочка, как с тобой здорово. Я мечтаю, чтобы ты жила, чтобы ты здорова, мамочка была. Жизнь подарила, мамочка моя, лучше всех на свете люблю тебя. Называется «Лучшая подружка».
Встречаем Мария Чебанова. Чего, что играть с огнем, продолжать рассказ не будем.
жены, как мундир. Съел беднягу, словно мундир. Съел совсем инвентарем. Just now for you, are we still here?
Спасибо большое. Это была Дарья Гайдар. А сейчас на эту сцену выйдет девушка очень красивая, очень жгучая, Лера Самарёнкина. Споёт нам песню «Босая». Пускай сегодня я никто.
смешно. Или тебя я не обижу. Сердце, расширяя свой небосвод, поместило в себя вселенную, вечный душ на земной хоровод. И пускай загружатся в танцы птицы, духи, планеты, люди, мы пришли сюда развиваться. Улыбайтесь, свободны будем. Нет в безмерном доме гостей непрошенных, и никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, нехороший, есть счастливый и несчастный. Важно, чтоб сердце видело сквозь уныние и презрение, за озлобленностью и неверием в каждом искорку чистого света. Чтоб открылось в груди око, не моргая, ведало смело, чтобы взглядом своим глубоким исцеляло, спасало, грело. Александр Крылов. И снова на этой сцене Лера Самаренкина. Спасибо.
ты на что способен?